Новая стойка регистратуры, комната матери и ребенка, а также удобная система навигации. Все это теперь есть в детской поликлинике на Ломоносова. Ремонт в лечебном учреждении закончился совсем недавно, и сейчас поликлинику не узнать. Об этом говорят даже сами врачи. Теперь здесь работает, например, электронное табло, на котором видно, какой доктор сейчас ведет прием. Самое главное, чтобы посетителям было удобно. Все-таки к поликлинике прикреплено почти 5000 ребятишек из железнодорожного района. Но обновление медучреждения еще не окончено. Здесь еще располагается наше реабилитационное отделение, дневной стационар, кабинеты приема врачей. Поэтому задача стоит до конца 2025 года в полном объеме привести эту поликлинику в соответствие, ну, создать те необходимые условия, которые здесь должны быть. А мы сейчас дальше определяем план реконструкции и капитального ремонта следующих этажей этой поликлиники.